Представляем вашему вниманию машину дорожной разметки «Шмелек ХП». Это машина для ручного нанесения дорожной разметки, перемещаемая за счет усилий оператора. Данная машина предназначена для нанесения холодного пластика на чистое цементно-бетонное и асфальтобетонное дорожное покрытие. «Шмелек ХП» оснащается быстросменными блоками, позволяющими производить разметку гладкой линией шириной от 100 до 500 мм. Опционально «Шмелек ХП» можно оснастить оборудованием для нанесения линии переменного профиля. Машина оснащена емкостью для стеклошариков. Ширина посыпочной линии регулируется данными металлическими пластинами. Удобная и надежная конструкция позволяет оператору работать быстро и качественно. Еще больше информации о данной машине и других машинах дорожной разметки вы сможете найти на нашем сайте www.steam.by.